Продолжая строительную тему, мы хотим рассказать о том, какую ответственность несут люди этой профессии перед обществом, насколько они преданы своему делу. Речь пойдет о начавшемся строительстве жилого дома на границе усадьбы Тимохова-Саласкина. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Современная стройка – сложный технологический процесс, общий результат которого зависит от профессионализма каждого конкретного человека – мастера, начальника участка, главного инженера и далее. Александру Сенаторову на праздничном вечере, посвященном Дню строителя, была вручена награда за мастерство и ответственное отношение к делу. После окончания Московского государственного строительного университета он уже более 10 лет трудится в строительной отрасли. Мне это нравится, я все с детства любил, помогал родителям, там, вот, и родители тоже строительством занимались, то есть как бы потомственные получается. У меня два сына, и каждый раз, когда мы выезжаем куда-то отдыхать, вот, обязательно берем с собой всякие копатели, старатели, строим маленькие домики. Наверное, тоже будут строителями. Строительная площадка, где возводятся дома фирмы «Доверно», сейчас находится на так называемом нулевом цикле, на этапе закладки фундамента. От этого будет зависеть комфорт и безопасность, это очень важно, надежность конструктивных элементов дома. Забота об экологии – это наш конек. Особенно вблизи, как вы понимаете, абсолютно охранная зона, установленная Минкультом, которую мы строго соблюдаем. И мы очень четко старались сохранить каждое дерево, которое тут только есть. Современные технологии строительства быстро меняются, поэтому необходимо быть всегда в курсе сегодняшнего дня, считает главный инженер стройки Леонид Данчук, который в День строителя тоже был награжден. Он окончил Высшее Ленинградское военное училище, выбрав профессию строителя, который не изменяет и по сей день. Я считаю, что строительство всегда было и всегда оно будет, потому что есть здания, которые приходят к реконструкции, к капитальному ремонту, есть новые здания, которые строятся. То есть, соответственно, этот процесс был и всегда будет. Вот, поэтому строители будут всегда востребованы, специальность очень хорошая. Рекомендую, кто еще на стадии выбора. Пожалуйста, строители, можно идти. Легких путей не ищите. Такие вот неравнодушные люди трудятся на строительстве жилых домов, которые возводит компания «Доверно». И мы уверены, что этот жилой комплекс привнесет в жизнь города не только красоту и удобство, но и будет социально направленным. Людмила Медведева и я, Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.